Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, товарищ командующий Западным военным округом, командир краснознаменного ордена Октябрьской революции, крейсера боевой славы «Аврора», капитан третьего ранга «Знаменщиков». Вольно! Вольно! С сентября 2014 года по июль 2016 года крейсер боевой славы «Аврора» находился в ремонте на Кронштадтском морском заводе. Ремонт корабля позволит длительное время с гордостью находиться крейсеру боевой славы «Аврора» на Петроградской набережности, нести Андреевский флаг, прививать чувство патриотизма подрастающему поколению. Хорошо. Все работает. Нашли в экспозиции. Все нормально. Посмотрим, да? Посмотрим. Да, да. Крейсер «Аврора» и группировка кораблей, которая была введена сюда, в том числе и боевые корабли. Это модель корабля, японского корабля, который тоже Микасо, который участвовал в Цусимском сражении. Но он в тяжелейшем состоянии, как не сравнить с нашей «Авророй». Спасибо верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, которые приняли решение, нашли средства и помогли нам таким образом реконструировать наш корабль. Конечно же, легендарный крейсер «Аврора» – это прошлое, настоящее и, без всякого сомнения, будущее нашей великой России.